I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Здравствуйте, друзья! Мы с вами на стадио Олимпико. Тут и бегают по кругу, и прыгника ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. Смотрим состав Фиорентины. Очень вариативное тактическое построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно варьировать. Здравствуйте, друзья! Мы с вами на стадио Олимпико. Тут и бегают по кругу, и прыгают. Здравствуйте, друзья! Мы с вами на стадио Олимпико. Тут и бегают по кругу, и прыгают. Здравствуйте, друзья! Мы с вами на стадио Олимпико. Тут и бегают по кругу, и прыгают. Здравствуйте, друзья! Мы с вами на стадио Олимпико. Тут и бегают по кругу, и прыгают. Здравствуйте, друзья! Мы с вами на стадио Олимпико. Тут и бегают по кругу, и прыгают. Здравствуйте, друзья! Мы с вами на стадио Олимпико. Тут и бегают по кругу, и прыгают. Здравствуйте, друзья! Мы с вами на стадио Олимпико. Тут и бегают по кругу, и прыгают. Здравствуйте, друзья! Мы с вами на стадио Олимпико. Тут и бегают по кругу, и прыгают. Здравствуйте, друзья! Мы с вами на стадио Олимпико. Тут и бегают по кругу, и прыгают. Здравствуйте, друзья! Мы с вами на стадио Олимпико. Тут и бегают по кругу, и прыгают. Здравствуйте, друзья! Мы с вами на стадио Олимпико. Тут и бегают по кругу, и прыгают. Здравствуйте, друзья! Мы с вами на стадио Олимпико. Тут и бегают по кругу, и прыгают. Здравствуйте, друзья! Мы с вами на стадио Олимпико. Тут и бегают по кругу, и прыгают. Здравствуйте, друзья! Мы с вами на стадио Олимпико. Тут и бегают по кругу, и прыгают. Здравствуйте, друзья! Мы с вами на стадио Олимпико. Тут и бегают по кругу, и прыгают. Здравствуйте, друзья! Мы с вами на стадио Олимпико. Тут и бегают по кругу, и прыгают. Игроки Ромы разыгрывают мяч. Первый тайм начался. Пастор. Кундер. Отличный удар. Блокирует защиту удар. Собственно, выполняет свою основную функцию. Потеряли они мяч. Теперь надо отходить в оборону.